Госдума рассматривает законопроект о Первоуральске. Муниципалитету могут присвоить звание города трудовой доблести. Это относится к территориям, труженики которых внесли значительный вклад в достижение Великой Победы. Высокие награды в годы войны получили 4 первоуральских предприятия. К примеру, Новотрубный завод отмечен орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. ПНТЗ обеспечивал выпуск труб для авиации и танкостроения, ракетной техники и других видов вооружений. Добавлю, более 500 первоуральцев во время Великой Отечественной были награждены за самоотверженный труд. Документы на присвоение почетного звания города трудовой доблести в администрации Первоуральска уже подготовили. Историческая справка сформирована, подтверждающие документы собраны, обращения общественных организаций, жителей города у нас есть. Поэтому мы не можем и не имеем такого права, чтобы не поддержать инициативу наших горожан